Здравствуйте, Аслан. Здравствуйте, здравствуйте, сэр граф. Я к вам. Сегодня солнышко, сэр граф. Вижу вас на вашей мордашке, улыбочка. Да. И вот он. А ну-ка, танец графа. Давай, где танец графа? Идем. Ой, парень, давай. Прыгай ко мне на животик, давай. Будешь ко мне прыгать? Кто еле ходит, да. А как вкусняшку увидел, так взбодрился. У кого вкусняшка? Так, давай тебе, да? Поделилась? Молодец. Отлично, сэр, отлично. Все, молодец. Приятного вам аппетита. Все было хорошо, силы прибавились, да? Все, молодец. Аслан, продолжаются работы, да? Да, друзья. Вот так у нас ведутся работы уже, дорогие друзья. Знаешь, сейчас окрашиваем второй слой. Вот верхнюю трубу осталось второй слой докрасить. Все остальное уже покрашено. Все помогают, и дети, и щеночки. В общем, все помогают, все в деле, друзья. Докрасим, уже будем приступать, как бы. Будем потом уже сетку, значит, натягивать. Так, гляну здесь как. Внизу не докрасил. Ну, друзья, оцените, пожалуйста, работу, как вам. Сами с пацанами все, значит, сделали. Может, не очень красиво, как бы, всякие швы такие, может, некрасиво, но, в общем, я думаю, что будет красота. Досадим еще тут сюда ряд, значит, деревьев, и будет отлично. А тут и на уже потом посадишь, наверное, когда будет забор, можно будет и малину посадить, ибо эти, да, розы, цветочки какие-нибудь можно будет посадить, киви можно будет, все что угодно по забору можно будет, да, тебе посадить, и будет уже красота. Что скажете, дорогие друзья? Так. Отлично. А ну-ка, щеночки, аккуратно. Марк, ты контролируешь мою краску, чтобы щенки к ней не подходили. Марта. Так. Я знаю, что ты хочешь сделать. Так, Хедек, ты контролируешь Марту, чтобы Марта не обидела малышей. Да, она сейчас на малышей зарычала. Так. Хвостики пока пускай посидят. Не, вроде бы отлично, да? Отлично получается. Пропусков нету? Ты принимаешь работу? Да. Так. И сюда. Ага. Айрис внимательно наблюдает, да? Айрису интересно. Дейзи. Быстренько. Кенни шустрый, да, в камеру не попадает. Да, они очень шустрые, их так просто не поснимаешь. Смотри, как им всем интересно. Так. И отсюда. Малыши карандаши атаковали. На меня тоже прыгают. Марта. Атака. У Марты приступ ревности. Она в шоке. Марта. Ну, если слушать Марту, как говорится, она хочет, чтобы здесь она была одна. Да. Хозяюшка, да, чтобы ей никто не мешал, чтобы она всем тут управляла, рулила. А Дези хорошо играется, даже молодец. Так что Марту мы слушать не будем. Марта, ну что ты делаешь? Да. Слушай, это Полинша такая любопытная. Везде надо есть свой носик. Засунь. Так, нельзя, это нельзя, поле. Давай, отходим в поле. А, вот что я сделаю. Ну, пацаны, молодцы все вы. Хорошо помогли, вместе трубу подержали, поварили. Какая хорошая, да, Хеток, девочка, Поле. Облизывается. Ой, ты какая девочка. Да. Ой, какая хорошая. Ну, пацаны молодцы, нам всегда помогают и убирать. Марта. Давай, Марк, атаковала Поле. Она такая, да, понимаешь.
внучка родники. Ты что-то филонишь, ты почему своих внуков не принимаешь, а? Дружок. Эй, дай глазки, клят, глазки. Вот тебе глазки надо почистить. Ой, ты мой хороший. Так, ну что, дедушка уставший, мои милые. Да, дедушка нужен бывает покой. Ой, карапузики. Слушайте, друзья, у меня голова просто кругом идет. Не успеваешь туда-сюда, они так разбегаются, вокруг бегают, что караул. Закончил, значит, покраску, дорогие друзья. Теперь этап установки калитки. Калитка, кстати, уже тоже у меня готова. Петли возьмем завтра. Калитку устанавливаем и протяжка сетки, друзья. И уже собачки будут спокойно. Здесь наши деревья не будут, как бы, спасутся с Божьей помощью. Цветочки твои в первую очередь, а твои розы. Да, это отличная новость. Отличная новость, Аслан. Ну что, родники? Ты не хочешь, да, поиграться с ними, малыш? Ну, он же такой мальчик наш, какой он не любит в основном так играться. Давай, выходи. Она и смотри на Алиса. Ближе к деду. И что? Ага, Поле тоже огрызается на Дейзи. Слышь, дети, вы почему ругаетесь, а, дети? Что ругаетесь, дети? Вы что ругаетесь, а? В чем дело? Что вы ругаетесь? Дейзи? Ты видишь, какая Дейзи хулиганка? Что ты наезжаешь? Задирается. Задира, какая злюка, а? Ты что, злюка у меня? Ты же девочка злюка у меня, а? Полина добрая девочка. Ты что же добрая? Чуть нос меня откусила. Ой. Да, друзья, с нашими хвостиками не соскучишься. Вам, друзья, большое спасибо за то, что всегда с нами. Не забываем ставить лайки, дорогие друзья, обязательно, потому что наши хвостики, они всегда обижаются, если мало лайков. Так что давайте, друзья, всех благ вам, Поле. Давай, скажите им пока-пока, друзья. Пока-пока.